Айн учится говорить по-русски. I have so many wrinkles now. Like an old man. Why can't you say it normally when I ask you to say it? Привет, сестра. Yeah. Man. А как теперь сказать брат? Баба. No, brother. Брадера. Not брадера. Yes, брадера. Брат. Брат. Сестра. Сестра. Бабушка. Бабушка. Привет, бабушка и сестра. Привет, бабушка и сестра. And brother? Брадера. Not брадера. Брат. 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 Сестра, брат. Сестра, брат. Бабушка. 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 Can you say привет, пациенты? Привет, пациенты. Привет, пациенты. Привет, пациенты. Мы учим. Учим. Русский. Мы учим русский. Мы учим русский. Мы учим русский. Очень хорошо. Очень хорошо. Бабушка. Бабушка. Выздоравливай. 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 Возда. Привет. Привет. Выздоравливай. Meaning, listen, it means feel better. Feel better. Выздоравливай. 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 Бабушка, выздоравливай. Бабушка, выздоравливай. Бабушка. Бабушка. Мы. Скоро. Скоро. Приедем. Приедем. В гости. В гости. В гости. В гости. В апреле. В апреле. В апреле. В апреле. Привезем. Привезем. Подарки. Подарки. I said we will bring them presents. Ooh, wunderbar. Окей, все, бабушка, вот такой у тебя привет, он тут по-русски учимся говорить. У нас уже вечером, уже спать ложимся, поэтому лежим уже галиком. Все, давай, пока. 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 Он не дурачок, он просто кривляется.